Я просто призываю вас. И я приветствую всех, кто присоединился к нам через телеканал ТБН. Добро пожаловать, драгоценные. Приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию. Особенный привет левобережным братьям и сестрам в Новосибирске. Аминь, драгоценные, будьте благословенны. И у нас сегодня очередное утро воскресное, когда мы собрались вокруг Иисуса Христа. Мы собрались ради Его, Иисуса Христа. Аминь. И написано, где двое или трое соберутся, там Он говорит, я буду посреди них. Поэтому мы ожидаем, Господи, что Ты будешь сегодня говорить в наши сердца. Мы ожидаем, что Ты поведешь нас Духом Твоим Святым к тем горизонтам, которые Ты приготовил для нас. Мы благословляем Твое имя Святое, наш Небесный Отец, в это воскресное утро во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я помню, как, будучи в детском садике, я стоял возле забора с другими ребятишками, и мы смотрели так с тоской, с такой где-то завистью на тех ребят, которые проходили мимо нас с ранцами за плечами. Кто еще знает, что такое ранец за плечами? О, да-да-да, многие помнят, что такое ранец за плечами. Сейчас рюкзаки, там другие всякие, значит, способы, чтобы носить учебники. Да, эти ребята шли в школу. А школа находилась там чуть дальше, чем наш садик, поэтому мы каждое утро смотрели и мечтали, что когда-то и мы тоже пойдем в школу сами, без родителей, потому что мы уже будем взрослыми. Мне кажется, что это вполне естественно для каждого ребенка мечтать, чтобы стать взрослым. Потому что Бог вложил внутри нас желание расти, стремиться к чему-то большему. Потому что наш Бог, Он безграничный. Поэтому Он при рождении закладывает в каждое сердце это стремление быть похожим на Него, а значит всегда стремление к росту, к совершенству, к тому, чтобы идти вперед. И это так очевидно для маленьких детей, на которых мы смотрим. Мне кажется, что о том же самом говорит апостол Иоанн в первом своем послании. Я хочу вам прочитать из первого послания от Иоанна, из третьей главы, первый, второй и третий стих. И здесь написано, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Возлюбленные, мир потому не знает нас, потому что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Аллилуйя. Я вижу здесь 5 моментов великой истины. И мы быстренько по ним сейчас пройдем. И вот первое, о чем Иоанн говорит. Он говорит, посмотрите, какую великую любовь Бог нам дал. Посмотрите, мы теперь дети Божьи. Я должен признать, что не каждый человек, живущий в этом мире, на этой земле, может похвастаться таким званием. Хотя каждый, может быть, претендует. Ведь я родился, ведь Бог меня создал. Ну, конечно, если они не верят, что от обезьяны произошли все еще. И тогда я ребенок Божий, я сын, я дочь Божья. Надо признать, что и мы не всегда могли порадоваться, имея такое звание, правда? Но апостол Иоанн говорит, мы теперь дети Божьи. Мы стали детьми Божьими. И есть что-то, что отличает нас от всех других людей. Почему мы стали детьми Божьими? В этом же послании Иоанн во 2 главе, в 12 стихе говорит, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ваши». С этого все начинается. С рождения ребенка начинается жизнь, начинается судьба. И апостол Иоанн в своем
точнее, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы читаем, как Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе». Он отвечает одному из учителей иудейских, человеку, который уже был в годах, имел опыт. И вот Иисус отвечает ему на рассуждение его: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесного». Все начинается с рождения свыше. И человек однажды должен родиться свыше, уверовав в Иисуса Христа. Я вспоминаю одну притчу, которую рассказывал Иисус Христос в Евангелии от Луки в 13 главе. Если можете, покажите, пожалуйста, эту притчу. И Иисус говорит о том, что один человек, имея виноградник, он посмотрел на одну смоковницу и решил ее искоренить, потому что, ну, не нашел на ней плода. И сказал виноградарю: «Вот я 3-й год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она? И землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Если не принесет плода в этом году, тогда срубишь ее». И я вижу, что здесь Иисус выступает в роли вот этого виноградаря, который сказал: «Подожди, не срубай». Я думаю, что под этой смоковницей каждый из нас может увидеть себя. Потому что Отец, глядя на жизнь человечества, подвел некий итог и сказал, что «я не вижу, чтобы хоть кто-то приносил настоящие плоды, чтобы хоть кто-то искал, как исполнить волю мою, чтобы хоть кто-то соответствовал той жизни, для которой я сотворил этого человека». Поэтому написано: «Все до одного оказались негодны перед Богом». И каждый человек оказался вот в образе этой смоковницы, которую Отец должен был бы просто искоренить. На что она землю занимает, а плода от нее никакого нет? Столько деятельности, столько разных вопросов, забот, затрат, но плода для Бога никакого нет. Но Иисус сказал: «Потерпи. Подожди немножко, я хочу что-то сделать». Мы знаем, что Иисус пошел на крест за все наши грехи. Он взял на себя все наше наказание для того, чтобы мы, получив оправдание, получив спасение, могли начать совершенно новую жизнь. Жизнь, в которой мы не были бы бесплодны перед глазами Божьими. Жизнь, в которой мы смогли бы принести много плода и прославить нашего Небесного Отца. Аминь. Итак, Иисус делает все для того, чтобы мы не были истреблены. И сегодня Иисус – это наша последняя надежда. Сегодня Иисус – надежда единственная и последняя для каждого человека, живущего на этой земле. Единственная надежда, чтобы не оказаться в аду, но чтобы, получив прощение, получив принятие от Бога, начать совершенно новую жизнь, наполненную плодами для Господа. И все начинается с этого рождения свыше. Все начинается с того момента, когда ты признаешь себя грешником и приглашаешь Иисуса Христа: «Приди в мою жизнь, я отдаю ее тебе, я осознаю, что без тебя я безнадежно пропащий. Господи, научи меня жить по-новому». И он берет и что-то происходит. Дух Святой приходит прямо внутрь человека, и человек рождается свыше. У него открываются глаза. С кем это произошло однажды? Я думаю, с большинством. Да, с подавляющим большинством это однажды произошло, и мы увидели жизнь по-новому, потому что сам Бог, дарующий нам прощение, пришел в нашу жизнь и открыл наши глаза, чтобы мы увидели все по-новому совершенно. Но надо признать, что ребенок,
он не способен сделать каких-то великих вещей. Не правда ли? Вряд ли от ребенка можно ожидать, что он принесет много плода. Поэтому апостол Иоанн говорит, что мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. То есть что-то будет большее. И я вижу здесь призыв к росту, который показывает нам Иоанн. Он призывает нас к чему-то большему. Он говорит, это недостаточно то, что вы однажды спаслись. Это круто, это здорово, что сегодня ты можешь сказать, я сын Божий, я дочь Божья, но это не все. Он говорит, теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, что-то будет большее. Бог хочет повести нас дальше. И это призыв к росту. В чем же рост, интересно, заключается? Как мы могли бы определить духовный рост? Иоанн говорит, что рост в том, чтобы нам быть подобными Ему. Рост духовный, я вижу, заключается в том, чтобы нам быть похожими на Иисуса Христа. Насколько человек больше похож на Иисуса Христа, настолько духовно он зрелее. Насколько меньше он похож на Иисуса Христа, настолько он остается все еще в младенческом состоянии. Интересно, а как же вырасти? А как же мне стать взрослее? Вообще, от чего это зависит? И Иоанн показывает это следующей фразой. Он говорит, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Итак, вот старт, вот начало. Мы дети Божьи. А вот финиш, а вот итог всего. Когда мы станем подобны Ему, увидев Его, как Он есть. И я думаю, что это речь о том моменте, когда мы на самом деле увидим Его таким, какой Он есть. Написано, вдруг, во мгновение ока мы изменимся. Произойдет, это просто великая перемена какая-то в нас, доработка, что-то произойдет внутри нас. Мы увидим Его, как Он есть, и мы просто преобразимся в Его образ полностью. Мы станем такими же. Это будет однажды там, на небесах. Итак, вот начало, мы дети Божьи, и вот итог. Мы преображаемся в Его образ полностью, потому что увидим Его, как Он есть. И вот наша жизнь. Я думаю, что здесь апостол Иоанн показывает нам не только на тот момент, когда мы увидим Бога в вечности. Я думаю, что он показывает нам эту дистанцию под названием «жизнь», где мы можем расти, преображаясь в образ Иисуса Христа. Насколько мы будем Его видеть, настолько мы будем быть похожими на Него. То есть мы становимся похожими на Иисуса Христа не от того, что мы заработали, не от того, что тут что-то выучили, а от того, что мы видим Его. Драгоценные, не наоборот. Религия показывает наоборот, что ты можешь увидеть Бога, если ты будешь соответствовать определенным образом, если ты изменишься, если ты очистишься и так далее, и так далее. Тогда ты увидишь Бога. Но то, что я вижу здесь, говорит апостол Иоанн, это ровно наоборот. Он говорит, мы дети Божьи. Это значит, что мы можем видеть Бога. Вы знаете, чем отличаются дети Божьи от всех остальных? Они могут видеть Бога. Это так же, как мои дети, как мои дочери. Они отличаются от всех других людей тем, хотя бы, ну, во всяком случае, одно из отличий. Они могут всегда прийти ко мне. Простите, но я бываю очень сильно занят. И когда кто-то звонит, я бываю, не могу просто взять трубку, потому что, ну, не могу. Сейчас что-то происходит, сейчас я в каком-то процессе. Я понимаю, я позже перезвоню. Но если я вижу, что кто-то из моих дочерей звонит, я всегда возьму трубку. Независимо от того, чем я занят. Конечно, я могу сказать, что подожди, я сейчас не могу говорить, если не так срочно, но я всегда отреагирую. Этим отличаются мои дети по отношению ко всем другим людям, живущим на этой земле. Я как отец это понимаю. Я думаю, многие из вас также это понимают. Так вот, об этом говорит апостол Иоанн. Мы дети Божьи. Это значит, что мы можем видеть Бога. Вчера, когда мы
находились в этой молитвенной комнате с 9 утра до часу дня, мы рассматривали Бога. Вы скажете, как ты рассматривал Бога, интересно? Когда мы взяли Его Слово, когда мы взяли Его истину, мы взяли всего 2 стиха, и в течение 4 часов мы рассматривали эти стихи, мы пели эти стихи, мы записывали эти стихи, мы читали, перечитывали, говорили, проговаривали вновь и вновь. И вдруг мы начинали видеть то, что Бог хотел показать через эти стихи. Вдруг мы начинаем видеть Бога, какой Он Сын, какой Он Отец. Что удивительного произошло между отцом и сыном. И вдруг эта невероятная панорама, она открывается. Мы начинаем видеть Его. Почему? Мы дети Божьи. Когда мы начинаем молиться, мы исполняемся Святым Духом. И мы внутри, в духе своем, начинаем видеть Его. Насколько Он прекрасный. Та сестра, которая рассказывала мне, что она не так много получила откровений вчера, но Бог великую работу с ней делал. Она ощутила Его присутствие. И она понимала, она может сейчас простить. Сколько людей в этом мире живут в этих оковах непрощения, они не могут простить, потому что они не могут назвать Бога своим отцом, а себя своим его сыном или дочерью. И вот она в этом присутствии Божьем, она могла прощать, и она могла получать прощение. Что это? Она видела Бога. Внутри она видела Его присутствие. Так вот, драгоценные, мы, как дети, имеем великую привилегию видеть Бога. И насколько мы видим Бога, настолько мы преображаемся в Его образ. Насколько мы Его видим, настолько мы можем изменяться в Его образ и больше быть похожими на Него. Я верю, что в этом суть нашей жизни. От того момента, начиная, как мы уверовали в Него, как мы родились свыше, как мы стали детьми Божьими, мы призваны идти дальше за Богом. И самое главное наше призвание – это смотреть на Него, это видеть Его. И в Его присутствии все больше и больше мы можем становиться, быть похожими на Него, от Его присутствия. Мне это очень нравится. И всякий, имеющий эту надежду не на себя. Всякий, имеющий эту надежду на Него. Какую надежду? Стать похожими на Него. О чем говорит Иоанн? Всякий, кто имеет эту надежду стать похожим на Него, видеть Его, преображаться в Его образ, что он делает? Он очищает себя так, как он чист. И опять же, это происходит не наоборот, когда я очистил себя и потом могу больше Бога видеть. Нет, мы имеем доступ к Богу во всякое время. Это сделал для нас Иисус Христос. Это совершилось там на кресте, когда была уплачена совершенная жертва за каждый наш грех. Небеса открылись, занавеса в храме еврейском разорвалась сверху донизу. Это означает, что все теперь имеют, все верующие в Иисуса Христа, имеют открытый доступ в престол, к престолу благодати, в Его присутствие. И когда мы приходим в Его присутствие, мы начинаем видеть Его. Чем больше мы приходим в Его присутствие, тем больше мы начинаем Его видеть. Тем лучше мы начинаем Его понимать. Тем больше мы начинаем видеть себя в Его глазах. И мы видим себя, во-первых, принятыми, а во-вторых, то, что должно измениться в нас. Поэтому Иоанн говорит, каждый, имеющий эту надежду на себя, очищает себя, так как он чист. Он видит Его, он видит, какой он чистый, какой он святой. И в этом свете человек начинает видеть свой грех, свое несовершенство. И приходит эта благодать, чтобы очиститься. И он, видя Бога и видя себя, говорит, я хочу быть похожим на Тебя, Господи. И он готов отказаться, отделиться от чего-то нечистого, очиститься. И вот об этом процессе говорит Иоанн. И мне очень нравится этот процесс, в который Бог призывает нас. Вы знаете, очень много в Библии есть мест Писания, которые показывают нам, что есть этот духовный рост, что не все мы в одинаковой позиции, что есть разный духовный возраст. Посмотрите,
Например, в первом послании Тимофею, нет, первое послание Иоанна, которое мы уже начали читать, вторая глава, с 12 стиха. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца». Дорогие, то есть духовный возраст, он выражается в том, насколько ты больше знаешь Бога, насколько ты знаешь Отца, насколько ты его видишь, насколько ты его понимаешь. В этом суть духовного возраста. Духовный возраст не в том, какой у тебя опыт за плечами, значит, нахождение в церкви. Духовный опыт не в тех знаниях, которые ты читал, выучил и имеешь. Духовный опыт в том, духовный возраст выражается в том, насколько ты знаешь Бога и насколько ты становишься похожим на Него. Первое послание Тимофею, 3 глава, 6 стих. Там речь идет о служителях. И апостол Павел пишет Тимофею, пастырю, и он говорит, что служитель не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не попал осуждению с дьяволом. То есть он говорит, не должен быть ребенком духовным служитель. Почему? Потому что он не сможет что-то сделать? Нет, друзья. Любой новообращенный имеет потрясающую власть, имеет потрясающие дары, потрясающие способности, потому что Бог приходит в жизнь каждого человека, который открывает свое сердце для него. Поэтому проблема не в том, что новообращенный чего-то не может сделать. Я знаю многих новообращенных людей, которые настолько горящие, они готовы просто идти и делать работу Божью, они это делают, но апостол Павел предупреждает об одной опасности. Он говорит, чтобы не возгордился. Вам кажется, такая мелочь. Зато сколько людей он спасет, за сколько он послужит, сколько он работы сделает, у него такие дары. Апостол говорит, ребенок не может противостать гордости. Ребенок, его просто заносит от любого успеха. У него что-то получилось, и все, он готов. Это я свое везде демонстрировать. И здесь ловушка, потому что это я, это основание для дьявола. Гордость от дьявола. Поэтому апостол Павел предупреждает, он говорит, много этот новообращенный может сделать, но если он возгордится, вы потеряете его. Дальше. Первое послание Коринфянам, 3 глава. Он говорит, апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? И так далее. То есть апостол Павел говорит, что ребенок духовный, он не может справиться с обидой, с тем, что кто-то что-то ему сказал неприятное. Ребенок не способен с этим справиться. Он сразу обижается, он начинает мстить, он увидел что-то у другого лучше, он начинает завидовать. Ну, ребенок, это ж понятно, даже по физическим детям мы это понимаем. Вот в духовном возрасте оно то же самое происходит. И апостол говорит, что показывает, что это младенческое состояние. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Иисус обращается к своим ученикам и говорит, «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Вы еще детки, вы еще не можете много вместить. Придет Дух Святой, Он будет расширять вас, Он научит вам и так далее, вас и так далее. Но сегодня вы еще не можете вместить». То есть ребенок, он не может много вместить того, что от Бога. Его резервуар очень небольшой. Ему воля Божья не так интересна. Ему гораздо интереснее что-то здесь на земле, где можно денег заработать, где можно удовольствие какое-то получить, где можно потусить где-нибудь как-нибудь с кем-нибудь. То есть вот это ребенок, ему земное его больше привлекает. Поэтому, говорит, вы не можете пока больше вместить. Итак, ребенку
нельзя доверить какое-то серьезное служение, чтобы его не надорвать и не потерять потом. Ребенок не может справиться с обидами, с завистью, с разногласиями и так далее. Ребенок не может понять истину глубоко и принять достаточно то, что Бог хочет сделать через него. Ребенка легко обмануть. Послушайте, послание к Ефесянам, 4 глава. Апостол Павел говорит с 14 стиха, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все взращивали в того, который есть глава Иисус». Итак, здесь апостол говорит, что ребенка очень легко увлечь куда-то в сторону. Буквально вчера одна сестра мне рассказала сон. Мне кажется, в последнее время Бог на самом деле вразумляет многих из нас через сны. И слава Господи тебе за эту потрясающую возможность. И вот эта сестра говорит, я знаю такого брата, он был у нас в церкви, я его давно не вижу, я не знаю, как его зовут, я никогда с ним не пересекалась. Вот. И она мне описывает его очень, значит, поверхностно, и вдруг он у меня перед глазами. Я ищу фотографию, показываю ей. Он говорит, да, точно. Я думаю, надо же, удивительно. Под это описание подошли бы, наверное, десятки людей. Но Дух Божий раз и сразу показал, о чем речь. Она рассказывает сон и говорит, что в этом сне этот человек шел-шел, и вдруг он попался в какую-то ловушку, и там болото, и он в это болото падает спиной и не может встать, и не может ничего сделать. И он говорит, зовет, Иисус, приди на помощь. Ну, я своими словами, не помню дословно, но суть в этом. И вдруг, говорит, я вижу, как приходит фигура по виду, как Иисус, в одеянии таком, вот как представитель, вот как Иисус. Но, говорит, потом я заглядываю под это покрывало и отпрыгиваю, потому что я вижу череп, а не Иисуса. И голос, который я слышу, это дух обмана и обольщения. А этот брат, он не понимает, он думает, что сейчас ему оказывается какая-то помощь, и он попадает в ловушку, идет на поводу духа лжи и обольщения. Дорогие, это младенческое состояние. Младенец может не понять, что происходит. Он готов пойти за любой конфеткой, за любой помощью. Ему без разницы, чисто там все, нечисто, правильно, неправильно, свято, не свято. Младенец еще не разбирается особо в этом. Младенческое состояние. Это опасное состояние. Поэтому апостол говорит, что я не хочу, чтобы вы были младенцами. Я хочу, чтобы вы увидели призыв от Бога. Эту проповедь я назвал «Призвание быть взрослым». И я верю, что это послание, которое Господь обращает ко многим и многим из нас. Итак, нам надо расти. Иногда мы рост свой и других людей ассоциируем с количеством даров, которые больше раскрыты, меньше раскрыты. И вот мы смотрим, насколько человек одаренный, насколько у него что-то получается. Мы думаем, о, ну да, конечно, это духовно взрослый человек. А если он еще несколько лет уже в церкви, ну, конечно, взрослый человек, дорогие. Но нельзя по дарам оценить возраст духовный. Дары – это далеко не все. Знаете, многие годы я жил в определенном конфликте. Конфликт был следующим. Мои пастыря мне говорили, Женя, у тебя явно дар пастыря. Многие люди говорили, многие из вас говорили, у тебя точно дар пастыря. И когда люди обращались ко мне, я каждый раз испытывал это присутствие Божье, и я реально вижу, Бог дает через меня ответ тому, другому человеку. И я вижу, явно Бог через меня действует. Только потом, через несколько дней, когда пастор Виталий спрашивает у меня, Женя, скажи, как там с тем человеком, которому ты послужил? И я к своему стыду обнаруживаю, что я забыл уже про этого человека. У меня на протяжении многих лет был конфликт в этой области, потому что мне говорили, ты явно пастырь, но я знаю себя, и я понимаю, что я через несколько дней уже забываю про нужду этого человека, и что там у него, и даже не интересуюсь. И сам себе я говорю, какой же я пастырь.
я пытался совместить то, что я ощущал внутри себя, и то, что говорили мне извне, и то, что я видел вообще, как Бог через меня действует. И вот вывод, к которому я пришел. Дар – это далеко еще не все. Бог не может использовать человека эффективно в служении людям, просто одаренного. Бог хочет использовать человека в служении людям с расширенным сердцем. А вот расширенное сердце, куда бы вместились многие люди, это не дар. Это результат духовного роста. Это результат выбора человека отвергнуть себя, идти за Христом и посвятить свою жизнь людям, которым он будет служить. Я увидел, что духовный дар – это далеко еще не все. Дар не говорит о зрелости, но расширенное сердце говорит о духовном возрасте. Апостол Павел говорит во втором послании Коринфянам в 6 главе. Послушайте, он говорит, в наших сердцах вам не тесно. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Он говорит, вы остаетесь как младенцами, вы не можете больше никого пустить. Посмотрите, вам не тесно в наших сердцах, нам есть дело до каждого из вас. Потом он в другом месте он говорил, что день и ночь со слезами заботился о каждом человеке. Но он говорит, в ваших сердцах мы не можем найти ни принятия, ни любовь, ни заботу. В ваших сердцах как-то тесно очень. И потом он говорит, призываю вас, распространитесь, расширьтесь и вы. Это призыв к духовному росту. Он говорит, расширьте ваши сердца. Пойдемте дальше. Это призыв к духовному росту. Очень быстро скажу вам 4 условия, как я вижу, для эффективного духовного роста каждого из нас. Первое. Для того, чтобы расти в Боге, в отличие от того, как мы растем физически, нужно, чтобы человек сделал свой выбор, чтобы он принял решение расти. Потому что физически мы растем и растем, как получается, независимо от нас, но духовный человек, он растет, когда человек хочет этого роста. Апостол Павел пишет в послании к евреям и говорит, вы, судя по времени, должны бы быть уже учителями, а мне приходится вас кормить молочком, как ребенок, как деток, разжевывать вам, объяснять, что обида – это гордость, что разногласия – это не от Бога, что гордость – это от дьявола. Простые вещи. Он говорит, я не могу с вами по-другому, у вас споры, разногласия и так далее. Он говорит, а вам уже учителями нужно быть. Есть определенное призвание у Бога для каждого из нас, прежде чем увидим Его таким, какой Он есть. Поэтому самое первое, нам нужно принять решение. Мы не хотим оставаться на этом уровне, мы хотим расти, мы хотим Тебя видеть больше, Бог, хотим знать Тебя больше и хотим преобразовываться в Твой образ, чтобы быть похожими на Тебя. Следующий момент. Кто мечтает вырасти и знать Бога, тот проводит время с Ним. Невозможно вырасти в Боге, не проводя с Ним время. Мы уже говорили об этом, что возможен рост, когда ты видишь Его. Чем больше ты Его видишь, чем больше ты ощущаешь Его присутствие, тем эффективнее ты можешь расти. Почему? Потому что Он взращивает. Апостол Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал, но взращивает все Бог. Он взращивает, поэтому если ты не проводишь время с Ним, если для тебя это не является ценностью, ты никогда не сможешь вырасти. Это однозначно. Помышляющий о горнем, то, что мы сегодня уже слышали, он будет понимать, ему будет открываться воля Божья, он будет преобразовываться в образ Божий. Помышляющий только о земном, он на земле и останется. Он в земном и останется. Поэтому нам нужно проводить время с Господом больше. Третье. Кто мечтает вырасти и знать Бога, тот очищает себя так, как он чист. И это наш выбор. Писание говорит, что он чист.
И если ты хочешь расти, нужно соглашаться тоже, очищать себя. Это слово «очищать» можно перевести как «отделять». От чего-то кому-то нужно отделиться сегодня. От чего-то очиститься нужно сегодня, чтобы сделать следующий шаг в этом духовном возрасте. И последнее. Делать не то, что хочется, а то, что надо делать. И это призыв кому-то из вас сегодня. Послушайте, первое послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. Апостол Павел говорит: когда я был младенцем, то по-младенчески говорил. Мы можем показать иллюстрацию, которая у нас есть. По-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Но как стал мужем, то оставил младенческое. Пока ребенок ребеночек, и у него сосочка, это просто умиляет, это потрясающе. Но когда ребенок подрастает, требует сосочку и не хочет с ней расставаться, то это начинает выглядеть странным, по меньшей мере. Потом глупым начинает выглядеть. И в результате человек может даже не видеть себя, насколько он зависает в этом духовном недоразвитии. И все еще увлекается какими-то вещами, которые уже не свойственны его возрасту. Драгоценное, я верю, что Бог призывает нас сегодня сделать следующий шаг к духовному возрасту. Послушайте. Послание к евреям, 5 глава, 8 стих. Апостол говорит: хотя он, то есть Иисус и Сын, однако страданиями он научился послушанию. И совершившись, то есть достиг этого возраста, сделался для всех послушных ему причиной спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященника по чину Мелхиседека. Об этом! Вот об этом, о том, что надо научиться быть послушным, что надо делать не то, что тебе хочется, а о том, что надо делать перед Богом, об этом апостол Павел говорит: нам поговорить бы побольше. Это же самая тема, это же самое интересное. Все, что на земле здесь сгниет, сгорит и пропадет. Бог для нас приготовил такие дела. Давайте побольше об этом поговорим, это же так круто. Пойдем в комнату молитвенную, пойдем слышать Бога, пойдем получать от Него руководство. Это же так интересно. Он говорит: но трудно истолковать вам. Я пытаюсь вам это объяснить, насколько это круто. Трудно истолковать вам, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Драгоценное, я верю, что сегодня Бог бросает вызов каждому из нас, чтобы расти, чтобы пойти дальше в отношениях с Ним. Потому что Он приготовил для нас намного больше, чем то, что мы имеем сегодня. И последнее место Писания, которое я вам прочитаю, записано в послании к Филиппийцам в 3 главе 7 и 8 стихи. Апостол говорит: то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел пустотою. Да и все почитаю пустотою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за мусор, чтобы приобрести Христа. Драгоценное, Иисус Христос – это наша последняя надежда. Мы не те крутые, которые удостоились чести называться детьми Божьими. Мы та смоковница, которая по идее, по закону Божьему должна быть срублена. И уже давно каждый человек, согрешивший, должен оказаться в аду. Но Бог, написано, так возлюбил мир, что пожертвовал своим Сыном. Для того, чтобы дать нам этот шанс. Для того, чтобы сделать нас не бесплодными, а плодовитными. Чтобы наша жизнь обрела смысл. Я хочу призвать вас к молитве. Я хочу призвать вас к молитве, в которой вы бы увидели Бога. Я верю, что Его присутствие здесь особенное не только для меня.
Я верю, что Бог сейчас касается многих людей и призывает вас, и вы понимаете, о чем идет речь. И это говорит о том, что Он все еще любит вас. Это говорит о том, что Он все еще готов сказать: «Сынок, давай выплевывай соску. Доченька моя, вперед! У меня есть что-то большее, чем то, что ты сегодня понимаешь, чем то, что ты сегодня знаешь. Пошли вперед. Я покажу тебе великое и недоступное. Ты бы никогда до этого не додумался. Ты бы никогда этого не мог принять. Ты бы всегда жил, просто ковыряясь вот в этих земных вещах. Я хочу приготовить для тебя намного большее. Хочу дать тебе, доча, сынок».